Ну что, тут немного потеплело, вроде чуть-чуть подсохло, поэтому решил, короче говоря, покататься. Тем более днем что-то скучно было дома сидеть. Решил, короче, выбраться на улицу, у нас, можно сказать, на свежий воздух чуть-чуть погонять на самокате. Опа. Короче, сейчас посмотрим, какая вообще ситуация по сухости, потому что по лужам кататься это, ну, не особо люблю все это дело. Так. Короче говоря, лужи еще есть. Лужи еще есть, но, конечно, это фигня, но они есть. Видимо, там, где солнышко, все это высыхает. А там, где солнышка нет, вот такая вот ситуация. Народ, короче, вовсю гуляет с детьми. Погода получше стала, все на улицу прут. Ну, собственно говоря, и я туда же. Так. Сейчас посмотрим. Пакетом же мотаешь. Конечно, чем хорош этот самокат, тем, что он очень узкий. Можно почти везде проехать. Вот здесь целые потоки. Снега еще много лежит во дворах, я думаю, что это еще будет долго таять, наверное, до мая. Хотя, если погода будет хорошая, жаркая, то может и быстрее растаять. Ой. Надо, короче, куда-нибудь съездить, потому что во дворах кататься это не особо прикольно. Скучно. Я больше люблю, конечно, когда такие долгие маршруты, когда куда-то едешь. Не просто крутишься где-то по одному месту. Так. Грязновато еще, конечно, в некоторых местах. Я думаю, что если такая погода еще несколько дней постоит, то будет уже вообще нормально. Сухо будет. Как минимум. Так, ладно.
сколько сейчас, 33-35 скорость. Но уже тепло и не холодно. Так. Притормозить. А здесь можно ехать. Собака. Так. Менты пиликают. Это не за мной там случайно погоня? Так. Нет, скорая оказалась, это не менты. Это куда-то скорая торопится. Она поехала. Да, кататься, конечно, по тротуарам не всегда прикольно. Потому что только разгонишься, хлоп, бордюр или надо слазить. Я поэтому больше, если машин нет, стараюсь по проезжей части ехать. Но, как говорится, никому ничего не рекомендую. Вы уже сами смотрите. Так, здесь вот что-то все грязно.